Привет, я Сина. Привет, Ютуб. Привет, все наши подписчики. Ребят, сегодня у нас 12 мая, и я только что выходил в Перископ и, соответственно, задал один простой вопрос. Хотите ли вы, чтобы какая-то из компаний разыграла какой-то для вас приз? Вы все об этом просили, и вот совершилось это чудо. Я выпросил для вас от компании Сены две гарнитуры. Две, не одну, две хорошие, дорогущие гарнитуры. Так что давайте теперь их разыграем. Как это будет выглядеть? Выглядеть это все будет очень просто. Вы должны быть подписаны на группу ВКонтакте на компанию Сена. Также должны быть подписаны в группу ВКонтакте на чеховских проходимцев, соответственно, да, и быть подписаны на канал чеховских проходимцев. После этого вы должны эту запись разместить именно с розыгрышем. Вы должны ее разместить у себя на странице ВКонтакте, закрепить ее и сделать репост. Чем больше будет у вас репостов, тем, соответственно, будет больше шансов, что вы выиграете одну из гарнитур. Победителей у нас будет двое. То есть у нас будет первое место и второе. Но что первое, что второе место, соответственно, выберет уже рандомизатор. После этого, 15-го, если мы сейчас начинаем как бы разыгрывать, да, то, соответственно, значит, завершение конкурса у нас будет 15 июня. Там мы выберем победителя. Опять же, через рандомизатор, то есть никто ничего там не будет, там невозможно будет никак смухлевать. Мы вам все это видео покажем, все расскажем, как все это было, как все будет. Так что, ребят, еще разочек. Закрепить запись, репостнуть ее, забрать ее и быть подписанным, обязательно быть подписанным на группу Сена. И у вас есть замечательный шанс стать счастливым обладателем гарнитуры Сена. Сена вот такая. Так что давайте попробуем, что у нас из всего этого получится. Если у нас все дальше пойдет, будет больше розыгрышев и больше подарков. Так что не забывайте подписываться на нас, на канал. Не забывайте подписываться на Сену. И не забывайте смотреть нас. А мы начинаем розыгрыш. Поехали!